Отделом полиции номер 4 в составе УМВД России по городу Саратов был задержан гражданин 1985 года рождения по факту совершения разбойного нападения. Данный гражданин знакомился с потерпевшим на улице, после чего проходил к ним домой, где они распивали спиртные напитки, в ходе чего он совершал разбойное нападение с применением предметов, похожих на нож, похищал денежные средства и скрывался с места преступления. По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного. Если вы или ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по номеру 02 102 сотового.